Если у вас на нос. Да мне тепло, я все так бегал. Нет, при чем? Вот, стоит. Yeah.
святейший Боже наш и тебе славу усылаем. Имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое. Яко святейший Боже наш, во святый почивающий тебе славу усылаем. Отцу и Сыну Святому Духу. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его, вот и жени силы Его. Всякое дыхание. Благословена ты же нас, и благословен твой чрево ты его, и откуда мне Печальных утешение, плачущих кормительницы, на их одеяние,
болит исцеление, грешное спасение. Святые патриархи православные, преосвященные митрополиты, и от притворных ветров, и от смертоносной язвы, и от всякого зла. Подашь, Госпоже, мир и здравие рабов Твоим, и просвети ему, и очи сердечные, еже ко спасению, и сподобины грешные рабы Твои. Величаем Тебя, избранная Отроковице, ищем образ Твой святый, им же то... Своей матери, силу честного и штрящих и старших, славных и всеквальных апостолов и жилостых отец наших, святого Николая, милиги своего чудотворца, святого Михаила, Киевского, святителя Митрофана Воронежского, священномученика Ермогена, патриарха Московского, святого преподобного Агапита Печерского. Не только она, Мать Господа нашего Христа, но и наша Мать. Сам Господь наш Иисус Христос, будучи на кресте распятым, усыновил весь род человеческий даже своей Пречистой Матери в лице Иоанна Богослова. Так вот Богослов понимает вот, евангельский момент искупления рода человеческого. Но сегодня еще тоже важное событие, может, государственное значение, да, День Единства. И мы, можем сказать, тоже сегодня проявили День Единства. Единство наших приходов, да, что мы действительно едины, одной веры. Вот. Даже и не только приходов, некоторые горожане, я вижу, тоже примыкали. Да, вот и поздравляем и главу нашего города Сергея Анатольевича, который тоже примкнул к шествию. Вот. Дай Бог, чтобы наши молитвы были услышаны, чтобы Матерь Божия покрывала нас своим покровом материнским. Господь нам да ниспошлет благодать в души наши, в сердце, которое ожесточенное, да, окаменелое, чтобы оно растаяло, чтобы научились видеть друг друга, понимать друг друга, соболезновать, сочувствовать, вот, проявлять какую-то заботу, внимание. И одним словом, любовь. Вот. Потому что мы в этом очень нуждаемся. Это касается, конечно, всех сословий, да, и управляющих, и подчиненных. Вот. Чтобы действительно были мы одного духа, одного мышления. Вот, тогда действительно будет порядок. Будет порядок в душе, будет порядок и внешний. Вот. И я надеюсь, что так оно будет. И мы должны все надеяться. А без надежды тогда и вера наша будет пуста. Вот. Мы должны к этому стремиться, дорогие. Вот. Как говорит раньше и сейчас на Руси, на Бога надейся, но и сам не прошел. Да? Так что будем надеяться на Бога, а самим не плашать. Храни вас всех Господь Бог, всем вам Божьей помощи, всем вам радости этого события. Вот. Будем внимательны, чтобы никакие вторжения внешние, антиморальные, не достигли ни нас, ни наших детей. И вот с этим мы должны с вами, дорогие, бороться. Вот. Чтобы действительно сохранить и нашу семью, и наше отечество, да, чтобы друг друга могли сберечь. Когда мы едины, мы непобедимы. Так и завещали и многие князья, вот, и цари. Но сам Господь в первую очередь сказал, да, в своей молитве к Отцу Небесному Он просил: «Отче, да будем все едины, как мы с Тобой, так и они с нами». Так в Евангелии написано, которое мы читаем с вами.
Так что единство Святой Троицы – это уже для нас знак, чтобы мы тоже с вами были едины. С праздником всех вас! Спасибо. С Богом! Можешь просто поздравить. Ну и 4 ноября, оно же у нас событием было. И когда князь Пожарский с Кузьмой, да, когда князь Пожарский с Кузьмой Минином прогоняли интервентов польских, и князь Пожарский в руках держал в это время икону Казанской Божьей Матери и обещал построить храм, и он это сделал в Москве. И вот сегодня приурочено к этому событие, и хотелось бы, чтобы вот оно было доброе теперь, и никогда не возвращались мы к таким событиям, а праздновали этот праздник просто в памяти, и всегда у нас было мирное небо над головой и любовь в сердцах наших. С праздником вам, у вас здоровья и всего самого. Спасибо. Казаков, с праздником всех православных, спасибо вам за все, за то, что вы так служите нашей православной вере. Спасибо, что вы есть у нас. Дай Бог вам здоровья. Всего вам самого хорошего. Спасибо. Мы желаем процветания казачества. Я заберусь, это я хочу подойти. Праздник единения, где еще ведь соединяться, как не на этом шествии. Поэтому, думаю, таких шествий надо делать почаще, таких мероприятий. Православный праздник, наверное, может, и светские праздники. Я всегда за. Ходы, они, во-первых, призывают нас к чему? К единству. Вот. Они пробуждают нас к вере. Они освещают град. Посвящает народ, помогает нам укрепляться в вере нашей, православной, вере Божьей. Это было издревле, такие совершали шествия, даже не только в Новом Завете, и в Ветхом Завете мы знаем, когда израильский народ по повелению Божьему обходил стены Иерихона 7 раз, и стены эти пали, разрушились. Нет, то есть нам как бы такой прообраз того, что разрушатся все эти оковы, те неправильные взгляды, наверное, людей на жизнь. Самое главное, что мы неправильно смотрим на жизнь. У нас направленность того, чтобы быть потребителем, а не созидателем. А вот вера нас как раз и призывает, чтобы мы созидали. Чтобы созидалась нравственность, созидалась семья, созидалось общество наше. Наше государство созидалось, строилось, лучшее. Это самое главное. Поэтому я думаю, что крестный ход этому способствует. Крестный ход? Да. Ну, конечно, они нужны. Во-первых, это людей сплачивает, объединяет. Люди начинают проявлять терпимость, потому что ну, не все у нас просто в жизни, много всяких сложностей. Конечно, хотелось бы это все быстрее сделать, лучше, чтобы наша жизнь в городе стала лучше, красивее, чтобы рабочих мест много было, чтобы семьи крепче были, но быстро все не получается. И вот все-таки вера, она дает возможность людям быть немножко терпимее и увереннее, и верить в том, что действительно, никогда не бывает все время плохо, должно быть и лучше. Вот. И верить в светлое будущее нужно обязательно, потому что, как сказал Господь, по вере твоей дается тебе. Вот. Если мы веры не будем иметь, конечно, сложно будет к этому прийти. Поэтому нужно верить и обязательно, конечно, такие мероприятия нам устраивать, вот, сплочать людей. Но я считаю, что это, конечно, необходимо. И надеюсь, что наша церковь, наши святые отцы будут это все продолжать, и мы будем, конечно, своей стороны способствовать, помогать. Мероприятия очень важны для нашего города и для нашей молодежи.
Молодежь должна знать историю, молодежь должна уходить к вере, должна знать о Пресвятой Богородице, то, что к ней можно обращаться. Потому что каждый из нас зачастую попадает в какую-то ситуацию, когда не знает, что делать. И когда будешь обращаться к Пресвятой Богородице, она поможет обязательно. Поэтому это очень важно. Спасибо.